Ох, нихера себе! Че, унитаз забился, что ли? Кэм, ты что не видишь, что ли? Ну, говно! Это камуфляж. Я готовлюсь к новому режиму. Это боевая рояль, что ли? Знаток ты наш английский. Сам ты боевая рояль. Режим называется «Королевская битва». И там будет весьма непросто. Headshot. Double kill. Multi kill. Мозголом. Вышибатель. Кинокомпания «Не та кнопка» и «Мозголом Продакшнс» представляют. Боевая рояль или королевская битва Warface. Приветствую вас, леди и джентльмены, другие подруги, с вами Мартин, капитан очевидность Кэт, Ракути, братья, красавчик и королевская битва. Но странная, прямо скажем, я еще не играл, это первая катка сейчас будет, я вообще как бы, ну, попробуем, что. Просто королевская битва — это обычно много игроков. Очень большая карта. Нет, я всегда был как бы против, что слишком большая карта. Но 16 игроков, карта а-ля выживание и все остальное узнаем сейчас. Ну, я предлагаю, ребят, давайте не будем называть это королевской битвой. Это наша битва. Это боевая рояль. Именно так. Кэп неплохо придумал название со своим великолепным знанием английского языка. Давай, загружайся. ПТС, как всегда, великолепно работает. То магазин не отображается. Во! Там-там-та-дам-дам-дам! Я нагиба! Давай кактусы, может, порубим. Я не знаю, что делать-то, надо что-то. Что-то надо делать! У нас катана в руках. Донат! Я говорил, что донат будет рулить. Пусть мы начинаем только с оружием ближнего боя, но кто-то с перочинным ножиком, а кто-то с катаной. Так что все нормально. Так. Там-да-дам-дам-да. Опа! Ну нифига себе, подгонщик. Ракутаген, по-моему, название режима выбрано немного некорректно. Предлагаю переименовать в бомжерубку. Ну можно, не. Кэп, боевая рояль звучит намного лучше. Намного лучше, сука. Опаньки, фраги уже пошли. А вот это в нашем стиле. В нашем стиле, в варфейсовском. Фраги сразу летят. Тихо. Headshot, baby, you got owned, деточка, да. С почином. Благодарю, капитан Очевидность. Почти то, что мы ожидали. Пока что. Пока что. Почти. Барьер есть. Подбор оружия есть. Оружие, правда, шлаковое. Ну, наверняка где-то есть и имбовое. Одним словом, боевая рояль. Неплохая. Неплохая такая рояль. Есть оружие. Его можно найти. Можно нагнуть. Игроков, конечно, ну слишком мало, я не знаю. Что касается карты, по-моему, это по большей части, большая часть этой карты, это карта охота, то есть пустыня, переделанная пустыня под день. И добавлены какие-то поезда тут, локомотивы, что-то еще. Но в целом, я хочу похвалить наших разработчиков. Вы, как всегда, молодцы, вы можете из одной и той же карты сделать ПВЕ, ПВП, еще ПВП и еще ПВП. У вас это получается. В общем, блин, молодцы. Ну, реально, ребята изобретательные. Вот как-то, сука, так ловко сделать одну карту, а потом разбить ее на несколько режимов и все это как-то совместить и так убедить игроков, что это совершенно все новое. Ну, тоже талант. Да? Мама, нет! Ты куда тут? Хэдшот, малыш. Да. Не, так резвенько вообще идет, так ничего. А я смотрю, Ракутаген, ты себя здесь весьма уверенно чувствуешь. Да. Прям как дома. Есть такое. Как рыба в воде. Да? Только хвост торчит. Не надо за хвост начинать, капитан Очевидность. Это свои любимые разговоры твои, дед. В целом мне нравится, прикольненько так, да, классно. Единственное, 6 игроков уже осталось. Ребят, ну постарайтесь. Ну я знаю, как вы говорите. У нас нет технической возможности. Я все понимаю.
пентиумы первые стоят, серверы времен холодной войны, операционная система вообще времен Второй мировой войны, даст Windows 45, это я все понимаю, все круто, но ну сделайте что-нибудь, ну 32 игрока хотя бы, пожалуйста, ну и будет вообще здорово. Я, конечно, понимаю, вы хотели сделать не так, скажем, как в PUBG или там в Fortnite, то есть игроки более таких вот динамичных шутеров типа Warface, Контры жалуются, что там все как-то медленно, все так долго. Но, ребят, вы слишком как-то это, вы слишком преувеличенно это поняли. Как бы не настолько быстро. Тут реально тут ласка плакать будет. Просто горькими слезами. Это самый быстрый режим в PvP теперь. Серьезно, у нас уже четверо осталось. Четверо игроков в PvP режиме. Спустя буквально несколько минут начала игры. Просто никого нету, понимаете? Это ж не какой-нибудь подрыв, где, блин, раунд. Все, матч закончен практически. Четверо игроков. Бомбалейло. Это сверхрезво. 16 игроков. Барьер. Полный нагиб. Карта а-ля выживание. Ну, я понимаю, типа, она там больше и так далее. Ну, блин, как-то оно быстрее даже, чем на выживание, если это происходит. И это все круто. Я вас люблю, я вас уважаю, разработчики. Я не знаю. Ну, сука, чай допить не успеешь даже. Да. Двое осталось. Тихо, где вы, хорошие мои? Чухо. Вот так. Excellent. Excellent, детка. В смысле? А, последний это я, что ли? Рокутаген, как ты считаешь, после введения этого режима в нашей игре крыс станет больше или меньше? Не, нормально, все как было, так и есть, Кэп, это все разговоры. Просто теперь они все из кустов в депо переселятся сюда. И наконец-то там будет мясорубка еще лучше. Вот. А в целом, что могу сказать? Леди и джентльмены, другие подруги, надеюсь, что это доведут до ума. Ну, и так сойдет. Я уже, сука, все готов сожрать. Люблю вас. Увидимся с вами. На